Ну что ж, всем привет. Сегодня мы продолжим играть в Плагуи Инк. Блин, сейчас мы будем играть за вирус. Ненавижу играть за вирус. Бам. Так. Шоу-версия 2 распространилась на страну Россия. Блин, шоу-версия 2 заразила первого человека, но она еще слишком слаба. И... Так. Ну вот я ненавижу вирус за то, что нельзя откатить, ну, откатить им, кто можно, ну, за очки ДНК. И они постоянно растут. Если там по два, не жалко. За вирус играть сложно даже на легком, я думаю. Я сейчас на среднем. Опа. Так, давай развивайся. Интересно, как играть с этой. Так. Я оставлю некоторые очки ДНК, чтоб я смог откатывать. Потому что за вирус играть как-то очень тяжело. Так. Ладно, не жалко, в принципе. Так. Давайте развивать еще через воздух. Да, это очень... Это... Очень-очень не тяжело играть мне. О, кстати, фестиваль любви — это прикольно. Больше зараженных. Хорошо. Уже 400. О! Зараженные люди появляются все больше и больше. О, уже 1000. Дом 222. Что это за телепроект? Я не сильно понял. Потому что я дома 2 не смотрю. Ну и не смотрела вообще. Почему в новостях пишется, что крупное землетрясение в Сибири, а тут не написано, сколько умерло? А. Так. В принципе, наша болезнь не так быстро распространяется, но киста. Иди к черту, киста. О, в Прибалтику.
Хорошо, что вирус быстро заражается. Но не знаю, но мне за бактерию как-то проще. Я что-то не вижу через воды. Блин, иногда игра с юмором. Цезарь играл в Тетрис. Какой Тетрис античности? Шо? О чем они там? Ладно, это ж все-таки игра, не надо такое внимание обращать. В принципе, вы видите сейчас просто стратегию. Давайте я убавлю звук. Вы видите сейчас стратегию, но мне больше еще нравится с фэнтези-сюжетом. Ну, нормально. С интересным. О! О! Турция! Так, Финляндия. Так, а вы будете выходить? У нас уже... Так, увеличился объем. Так, тролля-ля. Но это не для нас. Так, вражки в Прибалтике уже есть порт, куда можно перенести наш вирус. О, вот. Какая анемия. А-а-а, вы меня из себя выводите своей чертовой анемией. О, самолетики летают. Это и так понятно. Тут главное, чтобы эти ученые не узнали, что этот вирус есть, потому что мы проиграем. Так, я вижу, тут наш вирус начал портачить Казахстан. О, в Америку. Ну, в Канаду имеется в виду. Но это же Северная Америка. О, Гренландия. Так, Гренландия. Почему я выбрал Россию для заражения? Ну, во-первых, там больше шансов распространиться. Так, так, отлично. Я щелкаю пузырьки. Чё оно выскакивает? Так, так. Нормасик. О, в США запустили. Так, ну, Гренландия там начинает потихоньку отбрасывать копыта. Там Россия что-то начинает быстро заражаться, но это нормасик. Сейчас прочитайте. Детектора уже не выдержал речи политика и взорвался. Чтоб он взорвался, это типа надо супер волноваться, да? Так, все, меня нельзя замечать. Какая сыпь. Пошли вон со своей сыпью. Надо, чтоб никто не заметил нашу болезнь. Да.
О, 123. Так, Китай, Аравия. Вы же видите, быстро распространяется. Ой, фух. Это такая стратегия, где не расслабишься. Хотя нет, сейчас я нажму на вот эту кнопочку и расслабишься. Но я не буду. Потом как-то нажму. Так. О! О! Я не знаю, как я в предыдущий раз проходил это. Как я вирус проходил, даже не знаю. Вирус для меня здесь самый сложный. А? Россия заражена. Так. Еще одно очко. Еще. Пошли вон со своей сыпью. Пристают ко мне. Сыпь да сыпь, сыпь да сыпь. Так, вот так вот. Так, заражайтесь быстрее. Я не буду тратить очки ДНК на птичек. Так. О. Так. А что с Китаем? Так. Кыш, анемия. Так. Турция. Так.
Так. Залетите в Испанию красным самолетом. Не белым, а красным, я просил. Оп. Индия. Юго-Восточная Азия. Так. О, но в новую страну кораблик поплыл, наверное. Да. Отлично. Отлично. Так. 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 А тогда не надо. Да удалять. Тут написано только симптомы. Чё, не знаю. Так. Ну. Так. Да, за бактерию намного проще было. О, Китай начинает заражаться. От наводнения. Так. 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 Китай начинает хорошо заражаться. Так, уже 1 миллиард. Это за счет Китая мы там миллиарду сняли. О, 44. 45.
Так. Так. Мне повезло. О, 50 уже. Так. Хватит кашлять. Меня никто не видит. Вот так вот. Так. Так, ладно. Да, я понимаю. Убирайся, мутация чертовая. Так. Так, Новая Зеландия. Киста. Да. Так. Так.
Так. Эх. Так, ну давай дальше. До 2 миллиардов дойдем, и потом уже будем. Ну, потом я отдохну и продолжим дальше. Оп. Если вирус там будет мутировать, лучше всего это кашель. Киста. Ну и как так играть? Ну? А? Как так играть, а? Ладно, потом встретимся. Всем пока.